Сейчас очень много фальсификаций вокруг этого дела. И мы сюда пришли, поскольку мы лично знаем Эльдара, и мы не сомневаемся в том, что он говорит правду, пришли его поддержать, потому что мы просто опасаемся за его жизнь. И есть много свидетельств того, что его на самом деле пытают. Об этом свидетельствовал адвокат Липцер, об этом говорили представители комитета против пыток. Об этом говорил правозащитник Борщев. Они видели следы на запястьях. С ним был припадок, похожий на эпилептический, вероятно, последствия травмы головы. И мы призываем вообще всех людей нормальных поддержать вот эту нашу информационную волну, не дать ее загасить, не дать замолчать то, что вообще наших этих вот заведениях в СИН людей пытают. Ильдара поддерживают. И в европейских странах люди выходят с плакатом аналогичным, вот как у меня Фридадин, и во Франции, и в Великобритании, и в Америке даже пикетировали за Дадина. И мне кажется, что нужно обязательно воспользоваться вот этой оглаской, то, что им не удалось утаить эту ситуацию, и тем, что Ильдар сам принял такую позицию, он защищает права заключенных остальных и отказывается уехать из этой колонии, поскольку он не хочет там бросить в беде людей, которые на него надеются. И таких людей, как Ильдар, надо поддерживать, несомненно. И он человек не лживый. Если кто-то будет говорить, что он притворяется и пытается пиариться, делая вид только, что его пытали, это наглая ложь, и мне просто за таких людей стыдно.